большое. Я хочу, чтобы они выиграли, честно. Только с такси выехали. Привет. Смотрите, как это красиво выглядит. Мы кушаем бургеры. Когда идут трудоустраиваться на работу. Всем привет. Мы, короче, идем на выпускной. Спасибо. Здесь чат. Всем пока. Всем привет. Мы едем на выпускной. Сегодня будет влог только с выпускного. Ничего больше. Переживаю ли я? Да. Как вам мой макияж? Прикольно, да? Еще колечко купила такое красивое. Да. Все, что праздничное у Доли это. Нет, что накрылся. И кросс. Цвета потока. Вот такие дела. Короче... Да, если что, будет кровь. Только с такси выехали. Выехали, вышли. Сейчас идем переходить дорогу. И все. Все, и придем туда. Мы вот пришли. Прикольно, мне нравится. Смотрите, это написано The Flow. Согрел ресторан. Кстати, здесь попрохладнее, там речка, да, какая-то? Здесь не так жарко, как я ожидала. Прикольно. Хорошо, какой-нибудь такой вот бачок на шее вешает, пропускает и так далее. Чтобы на станке написано было, чтобы видели, когда на станке потоки. Но не в этом же. Не в этом потоке. Не в этом, да. Так выглядит прикольно. Видите, как это красиво выглядит. Машина, лето, поле, пуфики, Даулет. Вообще красота. Мне кажется, спонсор этого потока Red Bull. Ну, это я так предполагаю. Но это не точно. Вот, мы взяли пуфики, сели на тенечек, вообще круто, мне кажется, будем здесь. Привет. Лимонадик взяли, вообще, как красиво выглядит там. Сними меня. Курите или что у вас там в будке происходит? Пойдемте сюда, да похер на эти фотки, господи. Сделайте еще. Так, всем привет. Я не знаю, что вы сделали вообще. Мы сидим, и я доела свой бургер. Сейчас происходит нетворкинг. Люди там ходят, общаются. На местном Талина, не стремно. Ладно. Люди ходят, общаются. Я хочу посидеть, потому что мы все это время стояли у сцены. И Даяна с Анелией профукали наш пуфик. Третий. Вообще, да. У нас тут творки, да, мы кушаем. Да. Друзья, новый круг. Мы остаемся. Мы все фишки раскрываем. А, Юфрейм! Давай как КВНчики вот так выйдем, и вот так покладимся все вместе, да? Вот так. Давайте. Нет, это не смешно. А давайте что-нибудь другое. У нас же есть ведущий, собственно говоря. Может быть, есть какие-то интерактивы на нас? Сегодняшнего мероприятия, сегодняшнего выпускного. Вот, я вот повторюсь, блин, офигенно тачка. Кто-то из вас сегодня заберет, это офигенно. Давайте сегодня с кайфом проведем время. Я рада вас видеть. Как вы поняли, Артур подавляет не только меня. Все, вы... Кто тут токсик? Ребята, все, мы сбили нетворкинг. Я быстро скажу, интересный
факт, Артур настолько сильно нас самим подавлял, что я у психолога прорабатывала вот до этого года его травлю. Я человек, который раньше всегда была экстравертом, могла легко там... Даже я смотрю, мне было... Я даже сейчас смотрю, я вот просто язык в это место сразу засунул. Потому что я уже боюсь. О, все, иди. Все. Ладно, все, сори, короче, что сбили. И спрашиваем, что ты молод, только ты заражал. Чатури! Ой-ой-ой, вот такая зарядная. 14 лет. У Амины, кажется, еще нет каски, но уже есть 100 тысяч на них, если что. Имейте в виду, как зарабатывает. Ребята, смотрите, купили поток, потратили деньги. Свои или родительские. Надо оправдывать, надо работать. Это вам для будущего пригодится. Вот я сейчас сижу, вообще денег нет. 2009 года, прикольно. А если бы поток прошел? 2009 год. Поэтому учитесь. Паравон, слышали? Паравон, вот. Да, вот. Занимайтесь мобилкой, зарабатывайте деньги. О, классно, супер. Отлично. Чего вы добивались? Да, это... Мы пришли брать плов. Просто поплакать со всеми блогерами, здесь будет штаб. Здесь вкусный, мощный, сочный плов. Короче, плов такой вкусный, там идет нетворкинг, круто, связь крута такая, логично, типа я электрик, я запустил чипсы без глютена. Кузнецна, короче. Идет. Спасибо. Я говорю, Даулет ушел в сторону сцены, говорит, жди, не знаю, давайте сразу, жду. Кто знает этих девушек? Там всех и награждают, кто-то что-то слов делает, кто-то наставников награждает, трекеров, потоков 8.0. А Даулет там, я не знаю вообще, что будет. Говорит, снимай, что снимать, если он там стоит. Не знаю. Вот. В любом случае, желаю всем успехов. Хочу позвать на сцену Даулета, пару слов ему предоставить. Давай возьми этот микрофон, он не пропадает, все важное будет услышано. Друзья, Даулету чуть шума навалите! Сейчас очень интересный момент. Сейчас очень... Внимание, все, кто здесь присутствует, внимание на сцену, пожалуйста. Ребята, всем привет, немного волнуюсь. Спасибо за уделенное время. Арман, команда Потока. На сцену хотел бы пригласить свою девушку. Ее зовут Инкар. Она тоже студентка Потока, со мной училась. Она меня в Поток притащила. Кстати, из точки роста точка А это 0 тенге, я не работал. Точка Б это сейчас 600 тысяч тенге. Супер. А она зарабатывает? Она тоже зарабатывает на Потоке. СММ, короче. Супер. Вы сколько в месяц зарабатываете? Суммарно? Да. Суммарно 1900 лям, где-то так. Классно, классно. Вам по сколько? 19, скоро 20. О, офигенно, офигенно, супер. Не знаю, поблагодарить, сказать ей, что она очень-очень, не знаю, самая, я не знаю, самая. Мы встречаемся 4 года, и через 4 года я, не знаю, я люблю тебя больше всех на свете. Это хороший знак, все хорошо. Всем спасибо большое. Отлично. Вау, друзья, как эмоции? Давайте немножко выплеснем. Бум! Да, в натуре, в Майами, здесь такая классная погода, свежий воздух, такой шикарный вид. Не знаю. Мы все-таки шикарные, супер. Ты как агент, он как агент, блядь. Почему? Ну вы никто не знали вообще. Не знаю, мы на видео снимаем. Я на влог не записала свои эмоции. Что сказать? Мне нечего вообще сказать. Мы только что позвонили моей маме, она сказала. У меня ресницы упали из-за того, что я плакала. Да у Лёда папа сказал, что Инкаре предложение сделал. Я говорю, да, он говорит, теперь что? Пусть это будет так, Алина. Все, давайте начнем. Я не знаю, как это будет рандомно делается. Я вот только не знаю формат, как это будет. Да, это будет проходить. Я не хочу говорить это слово.
Машина. Не гиф, сразу говорю, смотрите. Сейчас у нас есть база из 451 человека. Что? Продолжение блудного влога. Мы взяли машину. Что мне вам сказать, ребят? Мне сделали предложение. Я все еще в шоке пребываю. Все мои родственники, все в шоке. Это просто капец. Но это новый этап. Это круто, мне нравится. Я очень рада, на самом деле. Сейчас мы поедем отмечать в Алма-Ате. Прикольно так.